Приветствую всех! Это урок об ударе слева двумя руками, в основном на примере Марии Шараповой. Он рассчитан на тех, кто уже прошел первые шаги и видел наши предыдущие уроки. Такие как удар слева двумя руками для новичков, теннис первые шаги, а также базовый урок слева двумя руками, используя схему удара Андреа Гасси. Мария Шарапова – это немного другая схема подготовки удара, но также отличный вариант, как надо играть слева двумя руками. Необходимы примеры лучших игроков, да и на варианте женского движения мало уроков. Почему-то все модели движения создаются на примере мужчин. Я сторонник идеи, что, возможно, женское движение отличается от мужского, и это интуитивно видно. И если это не так, то все гораздо проще. Так вот, Мария играет не просто технически здорово, но и красиво. Есть какая-то эстетика в машинных ударах, может быть, поэтому тысячи девчонок, начавших играть в теннис, пытаются подражать ей. Создавать на протяжении длительного времени вокруг себя конструкцию, вокруг которой образуются такие качества, как любовь к тренировкам, а главное умение побеждать в турнирах, гораздо труднее. В эту конструкцию входит и техническая подготовка. Удар слева я делю на 9 основных частей, где каждая часть имеет свою техническую и временную составляющую. Техническая составляющая – это механика тела, это углы в суставах, положение по отношению к мячу, работа мышц. Временная – сколько времени занимает то или иное движение и в какой точке в этот момент находится мяч. Мы увидим, в каких моментах принимаются решения и сколько остается времени на их реализацию. Для кого эта серия видеороликов? Есть игроки, которые мало задумываются над процессом, но при этом добиваются результатов. Есть те, кто ищет и также добиваются результатов. Эта серия для тех, кто хочет разобраться, по крайней мере, интеллектуально в данном ударе. Вот для них-то и эти уроки. Ведущая роль в подготовке принадлежит упражнениям, но их надо подбирать с учетом тех тонкостей движения, которые будут показаны в этих сериях. Итак, начнем. В каждой точке полета мяча вам необходимо выполнить то или иное движение и, соответственно, включать те или иные группы мышц. И если, например, мяч над сеткой, то это полсекунды после удара соперника, то в этот момент происходит запуск движения, ориентированных на подход к удару. Все наши движения должны быть привязаны к мячу. Итак, основные части удара – это разножка или сплит-степ, поворот, подход, шаг на мяч, опускание ракетки, супинация или лучше отведение левой кисти, фаза выноса, удар вместе с окончанием, исходное положение. Это деление на 9 для многих субъективная вещь. Можно разделить это на 3, можно на 100, а можно вообще не делить. Просто в моей работе часто приходится анализировать технику по видеоматериалам. И чтобы сделать этот процесс наиболее технологичным, в поисках ошибки теннисиста, или наоборот понять, за счет чего он так круто играет, приходится сделать следующее. Я накидываю своего рода сетку координат, которая позволяет разделить на сегменты движения и разобраться, где начинается ошибка. Ну, реальный пример. Человек не может вложиться в подачу. Его уводит от точки удара. Разбиваешь на части подачи, видишь ошибка в технике приставки правой ноги. Далее видно на примере тех, у кого этой ошибки нет, развитие движения происходит правильно. Так вот, далее мы рассмотрим все 9 элементов удара слева двумя руками на примере Марии Шараповой. А на сегодня все. С вами был Сергей Подоляк.